Дворец зрелища спорта будет открыт к новому хоккейному сезону. Об этом сегодня рассказал нашим новостям министр спорта края Алексей Перфилев. По его мнению, новый собственник, бизнесмен Михаил Дроздов, заинтересован в реконструкции объекта. По планам, работы должны начаться в марте и закончиться уже в июле. Из обязательных задач исправить все требования, из-за которых и была закрыта арена. Это примерно 8 пунктов противопожарной безопасности. Именно по этой причине суд Октябрьского района закрыл дворец чуть больше полугода назад. Позже собственник Райсовпроф пытался протестовать решение в суде, но вердикт оставили без изменений. Сразу же после сделки о продаже дворца озвучили предварительную дату открытия – сентябрь 2019-го. На данный момент это не только косметическое исправление 8 пунктов, а планируется все же это и пожаробезопасный потолок, это и мягкие сидушки, это и специальные борта. А уже в дальнейшем мы будем идти к тому, чтобы это была та реконструкция, которая привела бы к полноценной аренде. На данный момент задача не просто открыться, а открыться в нормальном виде. Последовательно, как бы, мы постараемся прийти, что это будет уже тот дворец, о котором мы мечтали все. Напомним, накануне стало известно, что ледовую площадку приобрел известный в регионе бизнесмен Михаил Дроздов, который является собственником другой ледовой арены «Динамо» на «Жасминной-3».